Из Минска пришло срочное сообщение. Глава российского концерна «Уралкали» Владислав Баумгертнер, задержанный в Беларуси месяц назад и находившийся все это время в СИЗО Комитета госбезопасности, отпущен под домашний арест. По словам его адвоката, сейчас Баумгертнер находится на съемной квартире в Минске под круглосуточным наблюдением. Напомню, главу компании обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Его арестовали в Минске после того, как «Уралкали» прекратил сотрудничество с «Беларуськали». Позже Минск объявил в международный розыск совладельца российской компании Сулеймана Керимова.